Умные дома строят в Екатеринбурге. Они ждут новоселов в новом квартале района Академический. О том, как в городе можно жить с максимальным комфортом, в материале событий. Не в каждом дворе есть специальная площадка для воркаута. Рядом с новостройкой на улице Академика Сахарова есть и турники, и брусья. Все, что нужно для занятий уличным спортом. Это новый квартал района Академический. Здесь есть все для комфортной жизни. В квартирах панорамные окна, раздельные санузлы и чистовая отделка. Строители постарались учесть пожелания будущих жильцов. Если мы раньше предлагали какие-то готовые решения, то сейчас у нас идут обои под покраску. Каждый может выбрать какую-то свою гамму цветовую. У нас есть улучшенные двери, улучшенные межкомнатные двери. У нас есть улучшенные стеклопакеты. Еще одно нововведение – отсутствие стояков в квартирах. Все общедомовые коммуникации выведены в подъезд и не занимают лишней площади. В специальном отсеке на площадке расположены и счетчики. Жильцам этого дома не нужно самим снимать показания приборов. Все данные автоматически подаются в управляющую компанию и больше не требуется, собственно говоря, как это бывало раньше, не бегать с бумажками, чтобы подать в клиентский отдел управляющей компании, не подавать данные через интернет. Все делается автоматически за вас. Здесь следят и за безопасностью жильцов. В подъезде установлены видеокамеры и кнопка связи с диспетчером. В случае ЧП любой житель может вызвать группу быстрого реагирования. В районе развитая инфраструктура. Рядом с новой многоэтажкой детский сад и спортплощадка. А вскоре появится и прогулочная зона. Мы постараемся в этом году летом сделать благоустройство вокруг пруда. Пруд выкопан, и запустить его в работу к концу года, этот пруд. Зимой мы там считаем, что у нас будет каток, у нас там будет центральная елка, у нас там будут горки. Сейчас в Академическом живет больше 70 тысяч человек, а новый квартал готов принять еще 6 тысяч новоселов. Для некоторых из них строители приготовили приятный бонус. Шикарный вид из окна на лес и храм. Антон Чистяков, Павел Осинцев, Кирилл Ростовский. События ОТВ.